Караганду посетил известный российский рэп-исполнитель Вадим Мотылев, более известный под сценическим псевдонимом Слим. Его выступление собрало в Караганде толпы поклонников. За несколько часов до своего концерта артист встретился с карагандинскими журналистами и ответил на интересующие их вопросы. С исполнителем встретился и наш корреспондент. Образ жизни. Музыкой Слим начал увлекаться еще в 1993 году с прослушивания альбомов Public Enemy, Run DMC, Ice-T, Snoop Dogg, Ice Cube и многих других. В конце 96 года вместе с Лексусом он создает группу «Дымовая завеса». В 97-м группа дебютирует на сборнике «Просто рэп». С начала 1999 года Слим экспериментирует с написанием минусов. Вдохновение исполнитель находит в окружающей жизни. Ну, говорят, что есть общее информационное поле, откуда... Типа у творческих людей с ним есть какая-то связь, вот, что ты берешь информацию, ее как-то обрабатываешь, потом выдаешь, может быть так, не знаю. Ну приходит в голову, в общем, что-то, как-то приходит и хорошо, что приходит. Выступает исполнитель в Караганде впервые. Артист отметил, что город ему понравился. До этого он был проездом в Темиртау. Не обошлось и без вопросов о прошлом. О своей жизни в группе «Центр» Слим говорит открыто, однако сразу же рассказывает, было тяжело. У всех свое видение рэпа, поэтому ему гораздо комфортнее быть сольным исполнителем. Мне намного комфортнее работать сольно. Вот. Я очень доволен, что у меня это получается, потому что я боялся, что не получится. В итоге все получилось. В группу не собираюсь пока ни в какую. Вот. И в группе тяжело работать. Это несколько человек, у всех свои там какие-то там заморочки. Исполнитель поделился и планами на будущее. В январе планируется выпуск его нового альбома. Отличается тем, что звучанием более, наверное, жесткий, более серьезный. Центропон такой, типа, ну, не знаю, какой-то... Не, он хороший, мне очень нравится, но он, наверное, более веселый, что ли. Не знаю, в общем, надо послушаться, но он другой, реально другой. И продакшн немножко другой, звучание. В какой-то момент разговор перешел на серьезную тему, например, о наличии ненормативной лексики в текстах композиции исполнителя. Что в треках мат должен быть уместен, у некоторых людей он просто, ну, не смотрится, ну, глупо выглядит. Режет ухо. Мне кажется, у меня вроде в меру. Но вообще я стараюсь сокращать. Ну, так... Не везде у меня мат, в общем. На концерте в Астане, который состоялся за день до карагандинского, исполнителю понравилось. Публика отлично приняла рэпера. Пользуясь случаем, Слим поздравил всех карагандинцев с праздником Дня Шахтера. Поздравляю шахтеров всех с профессиональным праздником. Очень уважаемая мной профессия, опасная. Желаю вам успехов в работе, достижения всех поставленных там. Что там, план? Я не знаю, сейчас есть это там. Раньше же там план себе ставить. Вот, перевыполнение всех поставленных планов, получение всех премий и сверху. Вот, чтобы уголь не кончался. Марк Брюшко, Жаслан Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.